перед тем, как вы узнаете дату выхода серии любимого сериала, хотелось представить вам его небольшое описание. Вновь воссоединившихся Фарука и Сюрей ждут сложные времена. После пережитого страшного происшествия Сюрей и Фарук испытывают адские мучения. Эсма, собравшаяся закрыть самую большую страницу в жизни после звонка Гарипа, попадает в другую игру. А Мурата, который попал в большую беду, поддержит тот, от кого он этого и вовсе не ожидал. Диларе не понравятся слова Рейхан. Маленький спор вызовет в доме Адема невероятные события. А посмотреть очередную 25-ю серию вы сможете после 17 ноября.